Санитарные посты появятся вокруг Кустаная и в пунктах пропуска на границе с Россией. Областной центр с 9 ноября закрывается на двухнедельный карантин. Соответствующее постановление вынес главный санитарный врач региона. Ограничительные меры ужесточают из-за роста числа заболевших COVID-19. За последние сутки в области зарегистрировали 18 новых случаев. А накануне в районных больницах Жутикари и Тубыла на карантин закрыли терапевтическое и хирургическое отделение. Там ковидом заболели врачи и пациенты. С понедельника въехать на территорию региона можно будет только при наличии справок о прохождении теста на коронавирус. Передвижение жителей ограничат с 9 вечера до 6 утра.